Захоплення здоровим способом життя призводить до того, що з'являється більше тренерів, які хочуть віддати свою майстерність, навчити і використовувати багато чого з різних матеріалів, якими можна керуватися для того, щоб краще виглядати, краще себе почувати. І сьогодні в нашій студії прийшов саме такий спортсмен і приніс із собою ще такі види для спорту, інвентар, яким можна теж керуватися. Тож, зустрічаємо. Євген Шеремета, кандидат в майстри спорту з рукопашного бою, кандидат в майстри спорту з гирьового спорту, призер України з бойового самбо, персональний тренер з кросфіту. Ось стільки всього ви вже встигли зробити за своє життя, бути спортсменом в декількох навіть видах спорту. І це вам вдалося, так? Вдалося. Як зараз? Чим зараз займаєтесь? Чи зупинились на чомусь одному? Нет, не остановился на одном. Я тренируюсь и кроссфитом, и единоборствами, как бы поддерживаю свою форму физическую. Кроссфит мне помогает больше физики, а боевое искусство помогает больше двигаться, больше разрабатывать свою технику движения и ударную технику, соответственно. И навіть ударну. Тобто в кросфіті це теж може використовуватись для того, щоб людина вміла ухилятись від чогось, так, вміла відчувати своє тіло, орієнтуватися в просторі. Конечно, кросфіт вообще, знаете, чем очень полезен для людей просто всех, от начала детей, заканчивая дедушек, бабушек, тем, что вы просто элементарно можете передвигать вещи свои, которые у вас, вы, допустим, когда нагибаетесь, вы там спинку не держите, там берете вещи, у вас потом возникают проблемы в плане вашего тела. А когда ты тренируешься кроссфитом, мы там отрабатываем полностью всю технику выполнения физической нагрузки, то есть поднятие тяжести. И потом это все мы применяем в повседневности. Там, угу. Передвинуть стульчик, опуститься, завязать шнурки, одеть обувь. Зачастую люди в этом теряются, и они... Ничего себе, и цен может, это... может не сделать. Ну, нахилився и стрельнула спина. Да, то есть там все. Вот сидел, допустим, сидел он там целый день там, в таком состоянии, да, а потом такой, я буду нагибаться, и не тренируясь, у него где-то будет что-то, то есть угу. какие-то або дискомфорты. Або отпочивать в ночи и десь залежать бік, за... и тиждень-два может... За сон это вообще, я считаю, что во сне, вот я очень давно это начал изучать и знаю, что когда ты спишь, зачастую, знаете, люди там руку под подушку совывают, там, либо как-то, ну, то есть лежат так, как кровь зажимается, не дает циркуляции. Нужно стараться максимально спать с таким моментом, что ты понимаешь, как ты лежишь, где у тебя руки. В основном лучше спать, знаете, как-то ровненько. То есть перевернулся на живот ровненько. Перевернулся. Угу. Лучше руки никуда не... Потому что, знаете, там залеживаешь. Так, можна потому что залежати. Просто неправильно спим. Угу. Да. Або просто. Чи взагалі є такі випадки, коли людина зранку встає і все, вона вже хвора. А да. Виходить, що треба тепер лікувати людину після відпочинку. Ну, і да. Якось дивно це все виходить. Тобто ви отак от все це поєднуєте. Повністю з приводу ось таких інвентарних засобів, то розкажіть, будь ласка, що це таке і для чого ви використовуєте? Чи часто вам... треба це брати? Да, часто. Я вам так скажу. Я день начинаю свою зарядки. Это непосредственно не касается зала. Только с утра встаю. Это и суставная, и резиночку могу использовать, и колесико, и этот ролик способствует расслаблению мышц. Если у вас есть зажатость где-то, то есть вы ее на какое-то время можете убрать. Это не на постоянно. То есть угу. Вы уберете, то если а вы будете... А как нею користуватися? Можете показать? Могу. Просто цікаво, что ж це могу. Таке? Я могу. Не все знают. Я могу ну, прямо здесь не, не, можно, можно на себе. Ну, так, но это, не... то есть, нужно на него ложиться, либо на ту часть, которая вас беспокоит, угу. А на пол ее... кладете и ложитесь, допустим, грудь, полностью грудью, угу. И раскатывайтесь на руку, соответственно, на руке раскатывайтесь, ногу, на спину, и на, спину на ноги, на спину, то есть есть такой еще, знаете, момент, когда раскатываешься, находишь точку, ну, вот она начинает болеть, то есть тебя тревожит. Ты можешь на этой точке остановиться, дать возможности дольше пролежать, там, 2, 3, 4, 5 минут, пока эта точка перестанет тебя беспокоить. И вот когда она перестанет тебя беспокоить, тогда можно дальше раскатывать.
раскатывать и давать еще возможность расслабиться этому месту. Тобто ну, это не для навантажень, а для расслабления. Это для расслабления, уже после тренирования. Это можно и перед тренировкой, и после. То есть, знаете, вот важке можно спробовать? Нет, конечно. Легенькое, так? Ну, бачите, не всі тренери, до речі, використовують, не завжди. Ну, це треба теж розуміти. Это надо, да, это нужно просто понимать, спрашивать у своих тренеров, что они будут советовать. И я бы своему ученику посоветовал бы такой ролик. И он прекрасно способствует дома, в домашних условиях, брать себе на море, брать на отдых, берешь и в номере там или, ну, без разницы, в любом месте. А вы с собой носите часто? Это еще малость того, что я привез к вам, потому что я на море беру и гантели, и гири, и бронежилет. И я полностью... А как же камінці тоді, равлики, не везете в мушлі і назад? Такое уже, знаете, в детстве только ты таким добалувался. Да. Хотя ну, так. Были такие мысли взять с собой, насобирать недавно как раз. Ось, справді, це колесо, воно это колесико, не для всех подходить. Не для всех подходит. Я сказал бы, знаете, лучше начинать, если ты первый раз, это с коленей. Вообще ни в коем случае не становиться и не раскатываться, потому что можно полностью и спину себе нагрузить, и будет только проблемы. С коленей и максимально чувствовать свое тело. То есть ты должен полноценно чувствовать пресс, полноценно спину, не должна она быть провалена. Если у тебя провалена, значит лучше останавливаешься, убираешь это колесико и вообще к нему долгое время не притрагиваешься, делаешь обычный пресс, и потом уже, когда ты усилишь кор, тогда можно будет подойти уже к колесу. Уже взагалі такі вправи для сильних людей, які вже вміють. Уже вміють, так, уже вміють щось відчувати себе. Да. Взагалі кросфіт – це взагалі такі навантаження, які силові, зараз фізичні. Дуже популярні. І люди користуються ними, і якось воно до нас швидко прийшло, і поки що залишається. Можливо, воно буде видозмінюватись, і десь через деякий час ми додамо ще щось до кросфіту, але поки що на сьогоднішній день це все активно є. А ви як ним керуєтесь, кросфітом? Це у вас додатково, чи це там після ваших спортивних навантажень? От як... Ні, на сьогоднішній день це моє основне как бы, вид спорту, але от до моменту своєї аварії я готувався, хотів виступити на голих кулаках і готувався більше як на ударку, але в зв'язку з аварією немного відсторонився. Ну і при том, что я готовился на ударку, готовил технические моменты, я кроссфит ни в коем случае не уводил в сторонку. Он мне только способствовал физику свою держать. Угу. Вы же понимаете, на кроссфите чем он эффективный? Тем, что мы выполняем и физические нагрузки, и гимнастические, и атлетические. Что мы... Ну, то есть мы со своим весом работаем очень много. Ты полноценно сделаешь себя машиной. Ну, это вот в полном тексте. Если ты не хочешь стать машиной, а просто себя хочешь хорошо чувствовать, тебе так же самое нужно тренироваться кроссфитом. Почему? Потому что кроссфит в жизни полезный. Я не занимался кроссфитом, вот, грубо говоря, я уже им занимаюсь 3 или 4 года, я уже точно не могу сказать. Но до этого я тренировался боевыми искусствами, у нас были круговые. Но я тогда не задумывался над своим телом так, как сейчас задумываюсь. Перед каждым выполнением задания я, если чувствую, что мои мышцы не справляются, я лучше остановлюсь, положу гантель, положу штангу и потом через время продолжу. А взять время до кроссфита я все делал полностью вообще без разницы. Там что-то болит, да пофиг, погнали, давай, там, как бы, ну, без умственной... А как, це тому, что зараз вы почали уже думать? Я просто начал изучать, начал понимать, что тело наше, и на себе, соответственно, у меня травмы там есть, и со спиной есть вопросы, и с ключицей, как бы я начал понимать это все, циркулировать в плане том, что лучше я буду выполнять физическую нагрузку с умом. Никак не, знаете, там, выключать голову, нужно ну, ее включить. Ну, звісно, ви ж спортсмен. Спортсмени до якогось часу вони себе не жалкують зовсім. Вони працюють на те, щоб був результат, і цей результат постійно підвищується з надсилою, з надможливостями. Справді, вони кращі за інших людей, але ж використовуючи якраз отой над, те, що у нас не закладено, ми можемо собі нашкодити. Звичайно, от сьогодні ми вже говорили про олімпійських чемпіонів. Там взагалі, мабуть, інша категорія людей, коли вони себе
вже готують до таких випробувань. І звісно, що працюючи над цим, вони можуть показати кращі результати. Що у вас за трагедія сталася? Та нічого, біжав на пробіжки на утренній. Знаєте, хто-то, ну, ти зустрічаєш людей, хто-то підтримує, а хто-то что-то себе выдумывает и говорит, что я бежал по дороге. Но, увы, это не дорога, это парковая зона. И человек, который ударил меня сзади, он видел меня, видел, что я бегу, при этом не остановился. Он там говорит, что он сигналил. Но я вот, меня многие знают, и я когда бегаю, мне сигналят. Я каждый слышу сигнал, я сразу обращаю внимание, машу и здороваюсь. То есть тут человек, он даже не посигналил. Он просто ехал, у него коробка механики, не автомат. Я уже бежал, добегая до верха, то есть это было расстояние от низа очень большое. А вы ездите, вы бегаете на проезжей частине? Это, ну, я бежал, нет, до этого я бежал везде на тротуаре. Здесь, забегая в парк, там нет ни разделительных, нету мест. Наехала машина. То есть моя ошибка в этом. Я как бы ее вынес. Это первое, что не носить наушники, вообще в тех местах не бегать. Второе, то, что я бежал посредине дороги. То есть надо было бежать вообще там сбоку. Но я, знаете, почему там бежал? Потому что было утро. Там не було взагалі людей. Ой, не було машин, не було людей. Угу. То есть, ну, ви тепер отак тепер ходите, лікуєтесь, так? Я ще два, як врачи сказали, 4 місяці – це потолок, тобто, коли вже можна буде наступати. В лучшому випадку 2 місяці. Тобто, угу. В августі буде КТ. Ну, ви все одно прийшли до нашої студії. Та я тренуюсь далі і живу, тому що потрібно далі рухатися. Звичайно, що спортсменові, тим більше, якщо ви фізично непогано себе почуваєте, то, мабуть, заняття ви все одно продовжуєте, незважаючи на травму. Навіть якщо плохо, я все одно тренуюсь. Ви знаєте, я в своїй житті зрозумів, це ж одна травма така, а так їх по тілу дуже багато. У мене вона на этой руке около 9 переломов было. Колено выпадало. А це через здесь що? Ой-ой-ой. Ногу там, Євген, она ну, тоже. Ну, знаете, тут вариант такий. Людина, яка розуміє, що з нею може статися, вона не буде так різко випробувати свої сили. Конечно, конечно. Я переосмыслил после этой пробежки, что больше я вообще не бегаю по даже возле дороги. Мне теперь, и честно, не то, что страшно. Теперь, переходя дорогу, я иной раз переубежусь, что едет машина, то есть остановилась. Я думаю, что это ваш приклад будет тоже таким. Для людей. Я честно, я в шоке с людей. Я стою на пешеходном, и люди видят, что у человека он стоит с костылями. И их это не останавливает. Они идут на красный свет. Они просто, вы знаете, у нас народ такой, вот, он более стал небезопасный. Вот они просто, они идут тогда, когда им хочется. Они не по правилам живут. Ну, полностью весь я думаю, что это же до какого-то випадку. То есть, так, да, треба пока, себя берегти. Когда собьют, тогда поймут. Я понял это. Ну, Євгене, ощутил, то есть, хочется вам побажати міцного здоров'я, нехай швидше це все заліковується, а тим більше травм у вас було немало, нехай все воно там буде добре, все стане на свої місця. А, так, далі, ми же ще не про все поговорили. У нас тут є ще резин. Резиночки делаем максимальная разработка и верх, и низ полностью. Можно все, полностью, ага. Полностью а все она тело. Долго такая, это выстачить на великую людину, мабуть. То так? Есть можно и так можно робити. Спинку, ага. Да, можно спиночку разработать, можно встать, зацепиться. Ой, не треба, ножками. Євгене, ви краще не, я понял, то есть я не буду вставать, то есть сделать разработку снизу вверх, угу. То есть полностью там становую делать. С резиночки можно проработку делать, угу. Проворотики, ручек. То есть работать можно максимально. Так, як завгодно. Дуже вона зручна, тому що легка, так можна її помістити в будь-яку ємність, чи це сумочка ваша, чи що. Ви просто взяли її з собою, понесли і все, зібрали. І у вас вже є такий непоганий інвентар спортивний, ви можете з ним працювати. Так, такі резиночки, у вас їх дві, так? Да, дві. Ви з м'ячиками теж тренуєтесь? З м'ячиками, звісно. Їх або в стінку, тобто об стіну брати,
бросаешь, ловишь. Ну, это больше на координацию, на резкость, на ловкость. И Леопольд, соответственно. Я найбільше не любила на фізкультурі кидати ці м'ячі далеко. Это такая сложность. Тут нужно ловкость. Треба навчитися, як це робити. Ну так, але це дуже розвиває і добре, що... Или жонглировать. А что я в цирковой ходил, сколько? 2 года отходил. Если был бы третий мячик, попал. А он він он. А этот прив'язаний, його так не побросає. А це що таке? То есть, це теж якась уже, хитрість? А здесь уже как бы единоборство. Я ее вам не дам, потому что она только с тренировки немного мокренькая. То есть одевается на голову. А ви тільки тренувалися. Ну, я з зала, да. Одеваете на голову, она здесь... От вас отскакивает, и вы добавляете удары, то есть работаете ось с мячем. Да, но это более для единоборств, те люди, которые хотят, опять же, лучше боксировать, лучше чувствовать как бы партнера, мячик вот этот на голове, он способствует максимально. Потому что вот я, когда готовился на единоборство, я его использовал во всех тренировках. И потом, когда выступал, это давало, он же быстро летит. И потом, когда тебе пытаются тебя ударить, ты, соответственно, представляешь этот мячик и работаешь так же самое. Дуже швидко реагуєте вже, так, на супротивника. Резкость. А ви ще і з гирями мали справу. Это техникум, это техникум. Я в техникуме попал, и меня так, знаете, как бы приютили там преподаватели по физкультуре и сказали, что я способен, можно тренироваться. Тренировался, выступал и начинал с областей, потом и на Украину ездил. На Украине всегда вторые, третьи места, никогда первого не занимал. Так было всегда обидно. Всегда кто-то приезжал. Евгене, знаете, хочется, чтобы вы досягли всего, чего вам в жизни не вистачає. А мне кажется, что вот как раз разом со здоровьем, чтобы додалося еще того розуміння, яке вы хотели бы мати, чтобы ті види спорту вам допомагали у звичайному житті, тому що багато досягнень є, багато чого зроблено на сьогодні, і ви стимулюєте людей займатися спортом. Я надіюсь, до вас приходять, вас цінують, знають, як ви працюєте, знають, що ви боїтесь нашкодити і, звичайно ж, розробляєте вправи для того, щоб людині стало лише краще, щоб Только вона лучше, себе так. почувала краще сьогодні, аніж це було вчора. Тому бажаємо вам усього найкращого. Хочеться всім теж побажати міцного здоров'я, щоб ви розвивались, розвивали в собі фізичні навички, які у вас є. Ну і, звичайно, раділи кожному житті. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.